Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советские брошки. Ихнее количество 10 штук. Итак, начнем мы с первой. Вот наши бриллианты, изумруды советские. Выставил это я все в интернет одним лотом на продажу. И чуть позже вам назову цену. За сколько это все счастье красивое уедет к новой владелице. Вот такая вот интересная, прикольная. Синий камушек такой. Действительно красивые брошки делали в Советском Союзе. Можно по одной штучке выставлять на продажу. Вот, но я не стал заморачиваться. Выставил все одним лотом. Потому что иногда наступают такие моменты, уже хочется просто избавиться от всего. Я думаю, антиквары меня поймут. Ну и те люди, которые любят делать дома зачистки и все выбрасывать. Ну такие вещи, конечно, не нужно выбрасывать, лучше их выставить и продать. И у вас обязательно их купят. Вот такая брошечка, янтарь, но окоемка здесь не серебряная, обычно мельхиоровая. Обычная, стандартная, такая банальная. Вот это вот даже намного поярче выглядит, покрасивше. И вот такая вот она, тусклая, блеклая. Но тем не менее, это все удачно продалось. Итак, цена, по которой это все ушло, составила 820 гривен. Я считаю, неплохо, я их не собираю. Это, конечно же, большее такое направление для женщин, для девушек. Кому это все нравится, винтаж такой советский. Также можно это выставлять на eBay, но мне не хочется ждать там месяцами, пока чего-то там продастся. Потому что многие уже попробовали, у кого-то не получается, и я также не намерен ждать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!